Всем лайн, вы на канале Artline, и в этом видео мы с подписчиками будем проверять супер крутые мифы в обновлении 3.7.01. Ну а если ты тоже хочешь попасть в видео и проверять мифы, то заходи в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Ну и первый миф. На карте базы 01 Full в ящиках есть новый костюм на волка. Погнали проверять этот миф. Так, ну и вот я уже создал сервер, давайте ждать игроков. О, уже кто-то зашел, Игнат298К, первый зашел на сервер. Ну и пока что вот столько уже подписчиков зашло на сервер, давайте еще подождем, чтобы проверить этот миф. Ну и короче, я думаю, столько подписчиков хватит. Погнали проверять этот миф. Да-да, всем привет. О, подписчик на доске написал Artline Tom. Том? Я думаю, он хотел написать Топ. Ну, ошибся, с кем не бывает. Да-да, всем привет, подписчики. Ну ты и лошок. О, пошло дело, уже первый подписчик начал искать пасхалку на волка. Так, что тут у него? Давайте ему поможем. Так, берем камеру и давайте его как-то перевернем. Так, я думаю, так нормально. Погнали засовывать. И так, и тут какая-то флешка или что это вообще такое? Ну, короче, в этой коробке какая-то флешка. Давайте поищем в другой коробке. Возьмем камеру и может тут будет новый костюм на волка как раз. Давайте перевернем ее. И так, как ее перевернуть, чтобы было нормально? Я думаю, так, все, так, давайте смотреть. И тут ничего тоже нет. Ну, короче, мы уже посмотрели в двух коробках и никакой новый костюм на волка не нашли, но у нас есть еще коробки. А почему все подписчики смотрят только в один монитор? Так, ну подписчики смотрят только в одной коробке. Давайте им скажем, чтобы они искали во всех. Так, вот, ищите в разных коробках. Все, отправляем. Так, давайте искать в других коробках. Убираем эту камеру и погнали, например, посмотрим. Вон в этой коробке давайте. Смавним камеру и давайте смотреть. О, подписчик уже смотрит. Так, ну и давайте смотреть. И тут тоже ничего нету. Ну понятно, потому что подписчик оттуда ушел. Давайте. Куда переворачивают? Так, давайте этот монитор поставим на место и давайте посмотрим в этой коробке. Так, спавним. Блин, очень много камер подписчики заспавнили. Давайте теперь смотреть. Так, берем камеру и давайте ее повернем. Так, переворачиваем. И ё-моё, подписчик ядерку заспавнил. Фух, хорошо, что подписчик не взорвал ядерку. Давайте посмотрим дальше. И давайте смотреть. Так, давайте сначала перевернем. Как-то я думаю, все так нормально. И блин, тут тоже ничего нету. Ну и давайте посмотрим в последней коробке. Давайте возьмем камеру и ее как-то перевернем. Так, подписчики мешают, я ничего не вижу. Все, давайте. Так, волк как раз. Да, мы ищем новый костюм на волка. Так, и давайте сейчас подписчик поставит камеру или не поставит. О, хорошо, поставил. И тут ничего нету. Значит, этот миф неправда. Ну и второй миф. На карте Race 2 рядом с пасхалкой на крокодила появилась пасхалка на акулу. Так, ну и вот я уже создал сервер. О, и уже зашел человек. Денис Пабло первый зашел на сервер. Но пока мы ждем людей, тут подписчик заспавнил вот такую супер ватахел тачку. Давайте сюда садим и покатаемся с подписчиком. Давайте все садитесь. Ой, трактор. Так, нам нужно как-то проехать. Так, сейчас чел выйдет. И так, давайте задом сдадим. И сейчас уедем. Все, поехали с подписчиками на этой супер тачке. Так, ну все, мы с подписчиками покатались на супер тачке. И давайте посмотрим. Ну, я думаю, столько людей уже хватит. Так, давайте им напишем, что нужно полететь там, где находится пасхалка на крокодила. Так, ну и я уже написал, что нужно полететь туда, где находится пасхалка на крокодила. О, подписчик заспавнил самолет. Как раз сейчас на самолете полетим. Так, давайте, подписчики, садитесь в самолет. Так, ну и я вижу, там уже есть подписчики. Но я вам напоминаю, если вы не подписаны на канал, то к вам придут мои подписчики в 3 часа ночи и удалят чекинган. Так что лучше подпишитесь. Так, ну и вот мы уже долетели. Давайте спрыгнем с самолета. И тут никакой пасхалки на акулы нету. Но есть пасхалка на крокодила. Ну и значит, что этот миф тоже неправда. Так, у меня есть идея. Давайте сейчас подписчиков закидаем гранатами. Так, все, гран... Ай, блин, я сам себя прибил.